М4. Комент Софии. Пошла номер 5. Косова Виктория. Пошла номер 6. Сердюк Елена. Пошла номер 9. Платучева Дарья. Пошла номер 7. Забыла Анастасию. Пошла номер 13. Мухина Виктория. Пошла номер 16. Кириллову Олесю. Касатенко Маргарита. УВК гимназия. Томенко Валерию. УВК гимназия. Михаликова Анна. Школа-интернат номер 1. Жумаева Кристина. Ох, внученька, обрадовала ты меня. Ну что ж, давай знакомиться с нашей великолепной и непревзойденной тройкой жюри. Вероника Премудрая. Татьяна Прекрасная. Александра Красавица. Ну что ж, жюри мы представили. А наших девочек попрошу идти готовиться к первому этапу конкурса. Зовут дворцы ледовые, огни везде горят, ждут приключения новые, веселый маскарад. И Дед Мороз торопится всем елочки включить. Нам очень, очень хочется подарки получить. Метель метет морозная, снежинка хоровая. Зима совсем не грозная, когда мне Новый год? И стаями слетаются на ветках снегири, как будто зажигаются на елках фонари. Пункт первый указа гласит, что конкурс наш уже открыт. Пункт второй забывать нельзя, он нас не скучает, друзья. Пункт третий ко всем обращается, соблюдать тишину запрещается. В четвертом пункте объявляется, что веселье и смех не отменяют. Пункт пятый и самый важный. Плясать и петь должен каждый. Ну что ж, мы начинаем наш первый конкурс. Сейчас на сцену выйдут новогодние снегурочки и будут представлять себя в течение 1 минуты. Хотелось бы пожелать им удачи, а просьба жюри не быть строгими, но обязательно быть справедливыми. Встречать на нашей сцене первую новогоднюю снегурочку из школы Оша номер 2. Коломея Царима. Я родилась в начале мая, мое созвездие Телец. Зовут меня Ирина, я в школе просто молодец. Учусь в 4-м классе я, и весь мой класс — мои друзья. В пионербол играю классно, танцую распрекрасно. Люблю цветы и комплименты, надеюсь на аплодисменты. Я еще совсем девчушка, словно солнышко свечусь. С мамой я читаю книжки, с папой как ела кручусь. Ведь энергии там много, некуда ее девать. Замечательное выступление, но сейчас на нашу сцену выйдет новогодняя игрушка из Оша номер 3 Якубик Илона. Школярка ще я 4.
Спасибо огромное. Встречаем Снегурочку из Паша номер 4, Хоменко Софию. Вас всех приветствую, друзья. Софии зовут меня. Мне всего лишь 10 лет. Привычек вредных совсем нет. Оценки средние имею, зато я многое умею. Танцевать, вышивать, на фортепиано играть. Ну что еще вам рассказать? Счастливой в жизни быть мечтаю, и вам того же всем желаю. Ну, мы встречаем на сцене нашу следующую участницу из Оша номер 5, Косову Викторию. Я обычная девчонка. Я обычная девчонка и смеюсь довольно звонко. Обожаю я шутить, а врагов за нос водить. Школа 5, моя семья, лучше не бывает. Свои 11 годков я маме помогаю. Мою пол, цветы полью, пыль вытираю. А подружек целый класс, очень дружно он у нас. Я люблю потанцевать, песню спеть, стих прочитать. Обожаю физкультуру, берегу свою фигуру. Все уроки я учу, даже если не хочу. Нужно ведь и потрудиться, чтобы грамоты добиться. Математика и труд, украинский, пение. Нужно все освоить мне, проявив терпение. Я хочу достичь успеха, везде и всюду успевать. Быть хорошим человеком, добрым людям помогать. А сейчас мы сюда приглашаем Снегурочку из Оша номер 6, Сердюк Елену. Здравствуйте, меня зовут Сердюк Елена. Я учусь в 4-м Б-классе школы номер 6 города Константиновка. Одним ясным и солнечным днем 12 апреля 2007 года я появилась на свет. Так как это был день космонавтики, все врачи меня называли Валя Терешковой. Но летаю я пока только в мечтах. В 3 года мне захотелось стать инженером, как моя мама. А потом передумала и решила стать полицейским, как мой папа, только большим начальником. А сейчас я хочу стать врачом-стоматологом, только я их немножко побаиваюсь. 1 сентября 2013 года я проснулась рано утром и поняла, что что-то не так. На меня надели красивое платье, завязали большой бант, дали в руки букет, и надели портфель и отправили в школу. Я сначала была скромным ребенком, а потом я поняла, что нужно себя пробовать во всем. И я начала заниматься вокальной студией «Микс-мажор» и студией современного танца «Планета Эль». А дополнительно я занимаюсь английским языком со своими преподавателями, со своими коллективами я участвую в областных и городских конкурсах и концертах. Я мечтаю выучить английский язык и поехать в Лондон. Я думаю, что мои мечты обязательно сбудутся. Ну а мы встречаем юную участницу из Оша номер 9, Лагу Чиударью. Я
книжці. В одній маленькому містечку жила була родина, і в ній чекала на малечку. Нарешті народив. Хотіли хлопчика синочка, а народилась старша дочка. Ось поки там часуть та діло, садко дитинство пролетіло. Пішла до школи я навчатись, і з розумом до всіх предметів ставлюсь. Я вмію дружбу дорожити, і після школи не тужуюсь. Ходжу на танці барбариз, не раз виходила на біг. На конкурс міста займа, і навіть нагороду маю. Глядач шановний, сподіваюсь на підтримку вашу. Люблю мій комплімент та бурхливі оплатісмент. А ви, суворі судді, подаруйте вдачу, бо сьогодні серед цих буду я найкраще. Приглашаємо Скігурочку із УВК ліцея Забелу Анастасію. Внимание, внимание! Начинаем выступать! И мы бы хотели представить вам одну девочку. Хоть весь свет ты обойди, лучше Аси не найти. Красивая, серьезная и ко всему способная. И с любой задачей справится. Если всем понравится. Девочка красавица. И мальчикам понравится. Она хорошая подруга, чужих тайн не выдает. Если где беда случится, всем на помощь нам придет. И слова. И хорошие слова для каждого найдет. Сердечная улыбка. И блеск лучистых глаз. Сияет днем и ночью для вас, друзей и нас. На всех уроках в школе про все на свете знает. Перемера нам всем будет и нам всем принимает. За ее характер твердый, ее нельзя не полюбить. А ее прекрасный облик будет всех с ума сводить. Мы представили вам Асю и поздравить. И подрадовали вас. Всем приятного просмотра. Асю представляем громко. Привет, меня зовут Асия, учусь в 4 классе. Жизнь очень интересная, все хочется успеть. Хожу я в музыкалку, разучиваю гаммы, а дома пианино стараюсь покорить. Стихи читать люблю я, и в студию хожу. Игрушки шью немного, поделки в школы разные всегда я приношу. На роликах катаюсь, велосипед люблю, и с ними очень часто... И с папой очень часто мы ездим на рыбалку. В палатке у костра нам очень хорошо. И в проруби купаюсь, так я и закаляюсь. Люблю готовить кексы и угощать друзей. Друзей у меня много, с ними веселей. А в школе все отлично, учиться очень классно. Светлана Эдуардовна следит за этим строго. Нам расслабляться некогда, ведь скоро ДПА. И пусть я, наверное, не стану премьером, для своей младшей сестры стараюсь быть примером. Жюри, не судите строго, я волнуюсь немного. На нашей сцене Снегурочка из Ваша номер 13, Мухина Виктория. Я пришла себя представить, вы послушайте, друзья. Родилась я в Украине, это родина моя. Я умею рисовать, танцевать и вышивать. И учиться мне не лень, грызть науку каждый день. А родная школа мне оказала честь. Именно поэтому я сегодня здесь.
Thank you.
участницу из школы-интернат номер 1, Джумаеву Кристину. Я маленька українка, називаюся Христинка. У мене очі чорні, як земля в долині, а волосся, мов колосся, що на ниві розрослося. Вмію гарно танцювати і люблю пісні співати про наш край і про родину, про велику Україну. Учусь любити поле і ліс після дощу, і сонечко червоне, що світить досхочу. А ще є в мене мрія, єдина і проста. Хочу, щоб кожна дитина любила життя так, як я. Хочу, щоб у небі веселка містечком до сонця була. І дружба завжди від серця до іншого серця була. Друзі, я вас усіх люблю, хай дружба все перемагає. І сонечка сміється день, а я у клін вам посилаю. Не пущу. Только я здесь умница и красавица. К чему мне конкуренция? Да, 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 у нас такая. Никого в лес не пущу. Нет, это неправильно. Нам нужно Снегурку новую найти. Ой-ой-ой, что они вообще могут, эти твои Снегурочки? Как что? Они все, что хочешь, могут делать. А это мы сейчас и проверим. Кто отгадает загадки, тот и пройдет этот лес. Никого в лес не пущу. Ну, мы все-таки попробуем, да? Приглашаем девочек всех. Ну что ж, первую загадку вы, наверное, зададите участнице из УША номер 2, Коломиец Ирине. Запорошила дорожки, разукрасила окошки, радость детям подарила и на санках прокатила. Прокати. Участница из УША номер 3, Якубик Илона. Мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нем, нос прилепили и вмиг получился. Молодец, проходи. Ваша номер 4, Хаверка София. Через речку лег, пробежать помог. И ваша номер 5, Косова Виктория. Появился во дворе он в холодном декабре, неуклюжий и смешной, у катка стоит с метлой. К ветру зимнему привык наш приятель. Молодец, проходи. Ошо номер 6, Сердюк Елена. Какой-то мастер на стекла нанес и листья, и травы, и заросли роз. Правильно. Ошо номер 9, Лагучева Дарья. Порой за себя мне бывает неловко, торчит у меня вместо носа морковка. Молодец, проходи. У пока лицея забрала Анастасия. Все лето стояли, зимы ожидали, дождались поры, помчались с горы. Рай. Паша номер 13, Мухина Виктория. Кто пришел издалека, снегом занесен слегка. Кто подарки нам принес, это дедушка. Молодец, проходи. Паша номер 16, Кириллова Олеся. И не снег, и не лед, а серебром деревья уберет. Правильно. УВК, Костенко Маргарита. Зимнею девчонкою пришла на Новый год. Разнесла игрушки, пустилась в хоровод. Кто это? Молодец, проходи. УБК гимназия Хоменко Валерия. Меня не растили, из снега слепили. Вместо носа ловко вставили морковку. Глаза угольки, руки сучки. Холодная, большая, кто я такая?
можно тебя попросить? УВК гимназия Михалькова Анна. Человечек непростой появляется зимой, а весною исчезает, потому что быстро тает. И школа-интернат номер один Джамайра Кристина. Все лето стояли, зимы ожидали, дождались поры, помчались с горы. Молодцы! А это что? Дед Мороз? О, ну все, волконоги кормят. И я что задержалась, пора разносить новости. Кат, кат, кат! Ну вот и хорошо. Только сегодня и только для вас, наши зрители, сюрприз. Жюри и лесные жители будут выступать на нашей сцене. Встречайте! Настроение наших болельщиков хорошее. Лесные жители, выходите к нам. Точно? Вы же радуетесь, когда такие замечательные девочки выходят. Аплодируйте. А сейчас мы проверим, кто же у нас самый активный болельщик. Для этого вам нужно выучить самые сложные слова песни. Сможете? А звучат они так. У-а-а-ау. Давайте повторим. 3-4. У-а-а-ау. Хорошо. А теперь только все громко и дружно. У-а-а-ау. 3-4. И... Теперь смотрите, я буду говорить «Привет», а вы мне должны ответить. «Привет!» «Привет!» Правильно. Я спрошу вас, как дела? «Все окей!» А вы мне скажете, «Все окей, но показать же нужно!» Так, хорошо. Ну, а дальше мы с вами порассуждаем и потанцуем. А мы, конечно же, посмотрим, кто же лучше будет танцевать. И какая Снегурочка получит дополнительный балл. Хорошо? Тогда начинаем под музыку! Здесь мы аплодируем! Взрослые тоже участвуют! И... Привет! 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 А что это?
болельщики. Я думаю, что, наверное, каждый болельщик получает аплодисменты. Аплодисменты вам, дорогие! Ох, какие вы все молодцы! Снегурочка, внученька, вы самое главное забыли. Елка есть, а украшать нечем. Ну так у нас есть умницы, красавицы, новогодние игрушки. Следующий наш конкурс – это дефиле. Ша номер 2, Коломейца Рина. Thank you.
шарики, бантики прекрасные. Но пришла сегодня я в виде ангелочка, ведь это именно меня не хватает елочки. Ангелочки милые, добрые, красивые, в Новый год на елке просто красота. Среди елочных игрушек мы незаменимые, влюбляем в себя сразу наша простота. Косова Виктория. Санта-Клаус в Рождество дарит детям волшебство. Много малышей послушных, с праздником поздравить нужно. Где ж успеть все одному, надо помогать ему. Юбку, пачку покружу и сапожки завяжу. Кудри, шубка, шляпка есть. Миссис Санта, молодец! Поша номер 6, Сердюк Елена. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли ее вовсе? Нам эту загадку вовек не разгадать. Но в снежный зимний вечер на новогодней елке мы инопланетянина хотели повидать. Он очень необычный, ну точно, только с Марса. Весь синий, будто иней покрыл его всего. На голове прическа, как у морского монстра, который сам на сушу вдруг вылез из пучин. А если присмотреться, то доброту, открытость несет его улыбка, которая сияет, как звездочка в ночи. И в новогодний вечер пусть инопланетянин подарит вам веселье и чуточку мечты. Встречаем Паша номер 9, Лагучева Дарья. З хмарки прилетіла, розтопили зіроньки, щоб криця не спалила. Блакитний шлейф казковий туман подарував, щоб мрійливий янгол на землю завітав. З посмішок сріблястих сукню я сплела, і на свято в гості я до вас прийшла. Розписали мій наряд 100 чарівних янголят, срібним снігом притрусили і усмішки вам подарили. Принесла я їх з небес в зал, де безліч чудес. Щоб ви ними не забули, я янголятка вам дарую. Ви ялинки прикрашайте та бажання загадайте. УВК ліцея Забелла Анастасію. Сніжинки танцюють, летять і кружаться, на сонце в морозний деньок серебряться. Ажурные платья, резные косынки, волшебное зимнее чудо – снежинки. Костюм снежинки изготовлен из высококачественного офисного полотна формата А4, приобретенного в экологически чистых районах нашего города. Швы сделаны с помощью самых удивительных изобретений человечества – степлер и скотч. Костюм украшен кристаллами самой чистой воды и звездами ясного неба. Серебряные нити доставлены благодаря дипломатической почте Деда Мороза. Модель костюма Аникала разработана самой Снегурочкой. Это не просто снежинка, а сама королева метели.
Мария. Побежит по планете, ну и, конечно, заглянет он к нам. Чем его радостно встретит? Конечно, хлопушкой, и как дети ей взрослые рады, и дети. Костюм ее яркий, мерцает, как в сказке. Здесь кружево, бисер, фатин, органза. Искрится, блестит, море блеста горящих, сверкает огнями и слепит глаза. Еще обратите внимание на шляпку. Камнями Сваровски играет браслет. Какие сапожки и все ее платье. Уж лучше наряда, наверное, нет. Подарит нам праздник такая хлопушка. На юбке такая игрушка нужна. Один только минус есть у конфетти. Никак ведь с ковра ее не подмести. Встречает Оша номер 16, Кириллова Олеся. Чарівний час перетворює всіх нас. Навіть іграшки оживають, бо перемоги бажають. Саме іграшка жар-птиця, а ще півника сестра, бо вона всім сім'ї пташини. Тож наступний Новий рік для всіх нас буде щасливим, мирним, добрим і казковим. Ось махне вона крилом, щастя нам пошле, любов, а другим махне крилом і наповнить нас добром. Тож птицю зустрічаємо і перемоги їй бажаємо. Встрічаємо УВК Касатинка Маргарита. На пуантах, як мотелик, ти легка. Твій костюм, як діамант, сяє, наче блискавка. Із атласної стрічки бантик, спідниця й сватини. Всі впізнали ялинкову, гарну балерину. Встрічаємо УВК гімназія Михайлікова Анна. Новогодняя хлопушка, высоко вешу на елке, колют в бок меня иголки. Я щекотки так боюсь, что, наверное, сорвусь. Встречаем участницу из УВК гимназии Хоменко Валерию. Непростая, с помадкой, немного с кислинкой, неприторно сладкая, в обертке блестящей и очень нарядной, клубничной, малиновой и шоколадной, и мягкой, быть может, и даже тягучей, вкуснейших орешков в ней целая куча. Кто видит конфетку, тот сам понимает, что елку она ярче всех украшает. Встречаем последнюю участницу из школы-интернат номер 1, Джумаеву Кристину. Прекрасно.
косая ялинки і схожа на дівчинку, а дівчина казкова, лялька іграшкова. Як вам на свято завітала і настрій всім подарувала, у мене біла сукня і бант, як сніг блищить. Я посмішки дарую усім вам в новий рік. Ох, красота какая, и елку нарядили. Здравствуйте. А чего это мы одни играем? Смотри, сколько народа. Вот и давай с ними поиграем. Сейчас в зал белочки будут кидать мяч под музыку. А в тот момент, когда музыка завершится и мяч останется у вас в руках, тот выходит на сцену. Сейчас звучит музыка, и белочки будут говорить вам, как нужно танцевать под эту музыку. Танцуйте, как снежинки. Поддержите, пожалуйста, аплодисменты. Включите, пожалуйста, музыку «Оша номер два» на
конкурс талантов. Поддерживаем аплодисментами нашу участницу. Из школы Оша номер 3. Якубик Илона. Знаешь, радость — это хлопья с молоком. Попробуй, я угощаю. Тут до рассвета 5 минут пешком. Ну а мы долетаем. Белый картинг, то есть пуши, братские дети. Наши белые кеды. Обещаю, что я никому не расскажу. Давай,
Спасибо огромное. Встречаем Снегурочку из Паша номер 4, Хоменко Софию. Yeah.
встречаем юную участницу из Паша номер 9, Лагучеву Дарью. Приглашаем на сцену Снегурочку из УВК лицея Забеллу Анастасию. Пушкин. Мороз и солнце, день чудесный. Ты еще дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые негой взоры. Навстречу северная аврора, звездой северной весны. Вечер, ты помнишь, юга слилась. На мрачном небе луна носилась. Луна, мы в бледное пятно. Сквозь тучи мрачное желтело, а ты печальная сидела. А нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь и не зеленеет, и речка под льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать о лежанке, но знаешь, не велик ли санки кобылку бурую запречь. Скользя по утреннему снегу, друг милый, поддадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня. Встречаем на нашей сцене Снегурочку и Саша номер 13, Мухину Викторию. Thank you.
Олесю. Из УВК Костатенко Маргарита. You make a hard trip, what you all call me. With a little bit of this and a little bit of that, you can get what you see, you can see what you get. And I bet you catch a heart, a little bit of sight. You'll be moving through the heart, but you like to find me. I got a girl, a squirrel, but I can get it. Some call Brittany, some call Jane. I got a girl, yes, I got a girl in the home. I even got a girl. Yeah.
нашу сцену выходит следующая участница из УВК гимназии Хоменко Валерия. Thank you.
Умницы, красавицы вы наши. Давайте мы поаплодируем всем участникам. За то, что сегодня они вышли к нам. За то, что сегодня они нас порадовали своим обаянием, своим талантом, красотой, умением и мастерством. Аплодисменты нашим девочкам. Ох, и не просто же было сегодня жюри. Мы, честное слово, немножечко растерялись, немножечко, ну, как это бы сказать, мягенько, посовещались. И одним словом, нам очень хотелось бы, чтобы каждая из вас стала победителем, победительницей сегодняшней праздники. Но мы думали и пришли к однозначному выводу, что сегодня каждая девочка станет победительницей в какой-то номинации, потому что невозможно выбрать просто одну мисс Снегурочку. Вы согласны со мной? Да! Не слышу, согласны? Да! Мальчишки, вы так здорово болеете. За кого болеете? Мальчишки сразу со всех рядов ответили. Ну что ж, здорово, отлично, что у нас сегодня мальчишки болеют. Итак, начинается время оглашение результатов подведения итогов. Первая номинация. Итак, давайте услышим, кто же стал победителем в этой номинации. Звучит она так. Запальна Дівчинка. Переможець в цій номінації Коломієць Ірина. Подарунок, що
це. Гарненька квітонька. Переможець цієї номінації Якубик Ілона Шовковий. Святкове Янколятко. Сьогодні переможець цієї номінації Боменко Софія. І так, слухаємо далі. Яскрава іграшка. Безумовний переможець цієї номінації Косова Вікторія Школа 5. Вітаємо! Слідуюча номінація звучить так. Маленька зіронька. Переможець цієї номінації Сердюк Олена, школа номер 6. Вітаємо! Аплодисменты, товарищи! Вот так вот, замечательно! Каждой девочке нужно так аплодировать. Следующая номинация звучит так. Зимова казанька. Найкраща зимова казанька сьогоднішнього свята. Забела Анастасія, ліцей! Вітаємо! Дуже-дуже чарівна усмішка. У кого? Кирилова Онеся, школа номер 16. Вітаємо! Яскраві оченятка. Переможець цієї номінації Константинко Маргарита. Зимова красуня. Номінації Хоменко Валерія Гімназія. Вітаємо! Далі, золотий голос. Безумовний переможець перлинка сьогоднішнього свята Жумаєва Христина. Вітаємо! Яскравий діамант. Справжнім діамантом свята Чарівна перлина. Дарувала нам свій талант перлина школи номер 9 Лагучева Дар'я. І последняя грамота. Міс Снігуренька 2016 становиться Мухіна Вікторія школи номер. Свою корону, Снігуренька, будь ласка, надій корону нашій молодій Снігуренці. Ну что ж, новую Снегурочку мы выбрали. Помогать ей будут мне подарочки детишкам раздавать. А ты, моя ученика, езжай учиться, но про нас не забывай. Хорошо, дедушка, а мы не прощаемся, а говорим вам до новых встреч. Сказочных встреч. Прошу остаться всех и девочек также. Мы хотим сделать общее фото со всеми участницами. Сказочные герои, попрошу вас выйти. Заберите флешку!